Книга «Открытым оком», тема «Покаяние», том 6, вопрос 1532, Псалом 70:19. «Правда Твоя, Боже, да превыспренних, великие дела соделал Ты. Боже, кто подобен Тебе? Объясните, пожалуйста, что это за место, дом Превыспренне», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это слово встречается в Библии только один раз, в этом месте. Приставка «пре» есть превосходная степень от слова «выспренне», которая в свою очередь встречается во всей Библии всего лишь два раза. 3 Ездры 8:20. «Я сказал, Господи, живущий вечно, которого очи обращены на выспреннее и небесное». Исаии 24:21. «И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле». Выспреннее, высоко вознесенное. Есть слово «святой», есть «святее», и есть «святейший», и даже «все святейшие». «Святой» — это слово встречается в Библии 1043 раза. «Святее» — ни разу, и вдруг перескакивают к «святейшему», и речь идет только о храме и о вере. Числа 18:10. «На святейшем месте ешь это. Все мужеского полу могут есть, ты и сыны твои. Это святынею да будет для тебя». Иуда 1:20. «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшее, вере вашей, молясь Духом Святым». Евреи страстно и страшно любили храм, точно так же, как и православные любят храмы, без которых им не прожить ни дня. И они храм додумались даже назвать Всесвятейшим. 3 Маковейская 1:17. «О матери и кормилице, оставляя здесь и там новорожденных детей, иные в домах, другие на улицах, неудержимо сбегались во Всесвятейший храм. Есть высокое, выше и высочайшее, что и означает «превыспреннее», «восхитительнейшее». И это слово относится только к Творцу Иегове.